Привет всем! С вами канал The Big Lady of the Small House. Сегодня продолжаю освобождать горшочки для новой партии. Естественно, Руди, да. Вот он молчит весь день. Стоит мне включить камеру, начинает гавкать. Ремнючка. Итак, что у меня здесь? Здесь у меня детка. Скорее всего, это местный краснюк. Вот сидит он в таком виде. Краснюк этот, в принципе, не симпатичный. Его надо будет обработать обязательно миральдом. Потому что мне не нравится то, что у него, несмотря на то, что он стоял в тепле и во всех хороших условиях, у него всего два корешка. Хотя, с другой стороны, вполне возможно, корешки уперлись в стенку и решили, что дальше расти не нужно. В любом случае, я его пересаживаю в 5 литров. Он будет сидеть у меня дома в тепле и на солнышке, в лазаретике у меня. Хотя тут вполне возможно гниль в донце, которая и мешает ему развиваться. Но, к сожалению, вот таких крохотулечек оперировать даже нечего. Запах прелых горелых волос. Ну что, обработаем его миральдом. Даже не буду ждать подсушки. Прям так целиком сразу воткну. Вот как раз те детки, которых я не обрабатывала ничем, просто отсадила. Как мы видим, корешки слабенькие. Грунт этот, естественно, применять здесь не буду. Грунт здесь будет получше. Свежий, питательный. Надеюсь, выкарабкается. Так, донце. Камушком припру корешки, чтобы их не разворачивало. Придавлю под весом луковицы. И можно засыпать. Как вы видите, раз на раз пересадка деток не попадает. Иногда попадаются роскошные корешки. Иногда вот такие вот задохлики, которые так вот уперлись в горшок, и все, и больше не хотят расти. В любом случае, луковка у меня будет стоять под контролем. Раз в полгода я буду ее профилактически вытряхивать. То есть сейчас она простоит где-то до апреля-мая. В апреле-мае у меня будет ревизия ее корней. И уже на этом основании будем смотреть дальше. Так. Сегодня поливать я ее не буду, потому что тут миральд должен впитаться. А завтра уже польем и будем наблюдать. Удачного всем дня. Пока.